Около 30 человек стали жертвами теракта в двух населенных пунктах на юго-востоке Кении. По данным Красного Креста, нападениям подверглись полицейский участок в поселке Гамба и торговый центр города Пекетони. Начато расследование. Напомню, ранее в Кении на острове Ламу члены группировки «Аш-Шабаб» открыли огонь по прохожим и обстреляли три отеля и автозаправку. В результате этих атак погибли 48 человек.